чего надо? Ишь, уставился. Он думает, что мы пьяные. Дать бы ему, чтобы не думал. Нет, пусть думает. Звездочку нацепил. Пусть носит. А ну-ка, квашня. Дурак. Мы еще встретимся с тобой. Не может быть, чтоб не встретились. Надо убрать сюда вещи. Алёшка! Гвоздь. Чего? Кончились. Да, сегодня не только гвоздь. Сегодня с утра. Я пошел. Давай. Взять. Двери. Принимай, держи. Держи, держи, держи. Ты директор? Предположим, я. Ну что мне райком вот? А если нет для тебя работы? Нищие мы. Вот ты на больших судах плавал. А где они, эти суда? Правильно, белыми угнаны. И сейчас у нас не флот, а слезы. Трясемся над каждой посудиной, просвета не видно. Брось вала вертеть, только навсегда не зарекайся. Ладно, слышали. Придет пора, время. Только с кем поплывешь? Настоящие моряки погибли за советскую власть. А нынешние, прикинь, сколько мути поднялось. Сколько таких, что море боятся. Не дрейфь. Бывало и хуже. Да ладно, будет тебе место. Правда, мелковато для тебя. Есть у нас такой замечательный корабль «Дельфин». Капитан на этом «Дельфине»... А, где возьмешь лучше, дружище? Матросы. Собрал отребье всякое. Из рейса вернуться всех разгоню. Уйду к чертовой матери. Еще пожалеют, еще попросят. Один раз уже попросили, еще раз попросят. И не того. Остынь. А еще вчера шумели в райкомводе, почему не помогли команде Чечерина. Отвечаю по условиям морской обстановки. А что, да. Они перебивают, орут. Добавляю. Добавляю, а также по причине усталости товарищей матросов. В ответ сплошное хамство. Твои товарищи нам не товарищи. Это они о вас. Угу. Развел богадельню. Чего надо? Самохин назначен машинистом. Что же, в родные все загадили. Машин ведь и так нет. А вы эту не бережете.
Сбей, что ли, с мячик. Чего таращишься? И без того на козла похож. Кончай свистеть, отучать буду. Да она у тебя хоть работает? Еще как. Третьего дня остановить не могли. Целый час, считай, бились. Вообще-то. Понял? А чего ждем-то? А ничего. А с чем боржа-то? Бог его знает. Чем она? Сутки туда, сутки обратно. Если завтра гулять будем. Это ты брось. С боржой-то? Ну. И здесь будем. Да. Суток двое. А может и больше. Капитан! Когда отправляемся? Когда надо будет тотчас. Не сомневайся. А как же боржа? Ведь велели-то немедленно. А туда сутки ходу. Это все вчера еще велено было. Знаю. А когда спрашивается делать? Эй, вы, публика, черт вас побрал. Какого дьявола закопались? Чего он там орет? Придурью мается. Подумаешь, орет. Нечто ему орать охота. Ему душу отвести охота. Тоже мне. Дрось так орут. Сам подумай, как на нас не шумнуть? Мы же народ веселый. Да, мы такие. И чумазами не будем. Подумаешь, орет. Он свой мужик. Мы его знаем. Он нас знает. Ну-ка, завяжи. Опять. Надоел ты мне с этим вязанием. Это тебе не кулаками махать. Головой работать надо. Ты лучше спроси, кому здесь нехорошо. А чего спрашивать? Трепло. Каков поп, таков и приход. Это и хорошо, что орет. А вот которые слюни пускают, вообще-то, эти-то самые вредные и есть. Особенно, когда чумазые. Ну, слушай ты, не очень-то, а то мы сейчас всей артелью. Милости прошу. Решила меня проводить? Нет, я с тобой. Но мы идем в большой рейс. Тем лучше. Мне ужасно надоело сидеть дома. Так хочется прогуляться, развеяться, подышать морским воздухом. Мне эта идея пришла в голову совершенно неожиданно. Я собралась каких-нибудь 5 минут и ужасно боялась опоздать. В
эту пору, Лизочка, погода часто меняется. Может, буря разыграться? Буря? Ты себе не можешь представить, петушок. Ты себе не можешь представить, как мне хочется видеть бурю. Я так люблю большие волны. Ну, пожалуйста. Наше судно маленькое, слабое. Не дай бог, нас пути застанет шторм. Молчи, несчастный. Другой бы муж обрадовался, что с ним едет жена. А ты меня только расстраиваешь. Кончено. Я остаюсь. Не то, и это ему не то. Да и шумит. Башку грозится оторвать. Угу. Рад, что кулаки-то большие. Ну, раз башку обещался, это ничего. Это он так. Нет, ты скажи, как с ним быть? Я ведь по-хорошему. Все вертели бы. Ну? А так, конечно. Какой воздух. А солнце. А ты меня еще брать не хотел. Сколько у вас приборов разных? Да. Можно запутаться. Да. 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 Если бы мне с недельку поучиться, я бы вполне могла управлять рулем. Как по-твоему? Хитрости тут нет никакой. А квашнин-то на компас совсем не смотрит. Хорош. И она тоже очень глазами вскинчивая. А вот это барометр. Он предсказывает погоду. А петушок ты, петушок, а? Нас ждет ясный солнечный день. Не к добру эта баба. Точно не к добру. А? Ну, собрались. Я говорю, ну, попраздновали. Так ты сообрази, каково им сегодня вкалывать, да? Ты пойми,
А ты, понимаешь, измываешься. Я тебе к тому говорю, что я человек откровенный. И а не ты люблю, меньше когда откровенничай. Мне... В твоем убогом положении больше помалкивать надо. Слушай, вообще обидно это. Ни за что-то, а? Ничего. Вот команда. Разве ж это команда? А Квашнин-то лютый. Чего? Того. Подбивал ребят, дескать, возвернемся, все и момент повторим. Ну, да. Вот так и видать человека, а то понимаешь. А нельзя ли подойти к ним поближе? Это для нас ничего не стоит. Право руля. Есть право руля. Самый полный ход. А?
Ты разве капитан? Знаешь, как Николай встретил? Угу. Тебя вспомнили. Ну, как вы не ладили. Он говорит, повидать бы Самохина, теперь бы уж я не заспорил. Врет. Чего? Такой, как он, всегда заспорит. Ребят вспоминали. А ты знаешь, мало у нас осталось флотских. Угу. Сколько наших под Тихорецкой-то полегло? Если бы только под Тихорецкой. Я уже забывать стал. А только 5 лет прошло. Ну, пройдет больше. А ты не поменялся. Это плохо. А может и хорошо. Хорошо. Я будто чуял, что мы сидимся. Точно тебе говорю. Кончай свистеть, мне что это можно, да еще с твоим носом. Меня главное отсюда куда-нибудь. Ох, я бы такого напоминал. Чего разжавился, Никол? Командир, а за тобой должок. Еще и тогда обещал отдать. А не отдаешь. А вот я дам, если твердо решил. Раз так, поручусь. Ты нужен. Такие, как ты, завсегда нужны партии. И ты еще много сделаешь. Еще скажу тебе. Будь смелее. Ты стойкий парень, но для нашего дела этого мало. Хорошо. Она-то хороша, да куда тебе? Ну, мы это еще посмотрим. И швырнула. Эй, на барже! Осторожнее там! Буксира берегись! Буксира! Левей на дерево! Левей! Еще левей! Я спешу. Что еще? Худо? Нужен мне еще. Тебе, может, и худо, а мне в самый раз. Понял? Как же ты это понимаешь в самый раз? Слушай, чего пристал? Я по-своему понимаю, ты по-своему. Дикобраз. Как же это можно в нашем-то деле? Тебе все нельзя. И вот что. Ты рыло не морщи, все равно умного вида не будет. Партийный ебус. Ты что? А то.
границы бежаешь? Нехорошо. В ячейку-то скажем? Вообще-то... Ты все кислый ходишь. Заболел я что-то. Почему таблетку не принял? Какой же ты, право, непослушный. Сейчас же иди вниз и прими аспирин. Справа руля. Еще правее. Как бы на камушки не наскочить. Кому сказали? Есть. Подойдет? А по-твоему, посмотрел бы, как ребят корежит. А мне смешно даже слушать. Важно, чтобы посудина была подходящей. Ну и капитан знал свое дело. Вот однажды попали в шторм на севере. Холод собачий, а дело было ночью. Судно все во льду. Но зато капитан какой был. Он сидит у себя в каюте, а по ходу судна мог установить, что за матрос стоит на руле. Погоди! Чуешь? Что затевается? Убогий ты слишком. Даже очень. Черт возьми! Насквозь промочило, окажись, шквал приближается. А ты что, командир надо мной, что ли? Командир, не могу твою шапатку искровянить, если будешь вырываться. Да погоди ты! Капитан! Капитан! Извёзд! Что случилось, капитан? Капитан! Ах ты, лангуст маринованный! Чуял же я! Да постой ты! Сейчас назад подавать будем! Утро, братва! На говнях сидим! Капитан! Катай на большом! Капитан, я тебя покатаю! Спасай! Спасай на большом! Спасай! Эй, на большом!
Посмотри, что там, и быстрее назад. Ага, я сейчас. Руби канат! Курил, что ли? Дельфин затонет, нас с тобой потянет. Руби канат! Даже этот черноспенник пропал. Эй, на мостике! Кто там? На всю жизнь что ли остановились? Судно. Вода в машину хлынула. Вот! По ностре! По дяде обломки остались. Так сразу перевернулось. Ну, братец, это ты уже того. Да. Так сразу не. О, сразу не сразу. Это он с перепуга. Эх, морячки. Ну ладно тебе, ты. Сразу. Сразу. Слизняк. Сам же первый бросился спасаться. Втулкин! Чего? Самохин где? Я Самохина звал, я тащил его, а он не захотел. Не хочу, говорит, и все. Слышь, команды, говорит, не было, чтоб с вас уходить. Видала! А ты не врешь? Пашка никогда не врет. Да, тут не оставалось. Такой случай. Я 10 лет, 10 с лишним лет плаваю. Первый раз со мной такой случай. Я заболел сильно. Сильно я заболел. Еле на ногах стоял. Но я до последней минуты был на мостике. На мостике был. Я до последней минуты был на мостике. Словно на свадьбу собрался.
Жену с собой прихватил, вообще-то. Надо иметь куриный мозг, чтобы в открытом море посадить судно на камни. А вы пожалеете себе? Прекратить! А вы пожалеете? Пожалеете себя? Ишь, расстроились. Только и всего, что корабль с человеком на борту бросили. А мы что? Мы как капитан. Ты что, не видел? Пошел вон! Первый раз заметил, какой у тебя капитан. Пока дрых, так капитан, небось, самый раз был. Чай бралить. На вахте будем стоять по 2 часа и следить внимательно за морем. А кому это нужно? Значит, нужно, раз я приказываю. Кто видит в море корабль, немедленно мне доложить. Все равно ничего из этого не выйдет. Мы неуправляемые вообще-то. Просветофорить можно будет. И помощи просить. Пусть дельфин тоже постоит на вахте. И до них очередь дойдет. Придумал тоже. А кому это надо? Вот что, ты перестань разным предчувствием маяться. Какими предчувствиями? Нехорошими. Сколько тебе не маяться, от вахты не отвертеться. Так что приободрись. Видал? Тоже. Командир. Я смотрю. А чего? А того. Я ведь тебя ласково потрясу. Ты у меня еще что-нибудь вспомнишь? А чего ты? Чего? Вот так и застолбив в своей башке. Самухина я звал, тащил его, а он не захотел. Команд, говорит, не было, чтоб с вахты уходить. Чуть по морде мне не заехал. А чего, неужели погибать, а? Исчезли дуроплясы.
Что будешь делать, большевик Самохина? А? Попадете. Да. Так неожиданно все. А что теперь будет? Тут без приключений не обойтись. Не знаю, что и сказать. Может, наш баржа выбросится на берег. На ровную песчаную мель это будет очень хорошо. Может, нас какое судно подберет, это тоже будет неплохо. Но в море есть рифы. Скалистые берега, все наши враги. Будем на лучшее надеяться. Вам бы лучше в кубрик спуститься. Карты мои истребите, дьяволы. Ну, если на том свете картами торгуют, мы тебе новую колоду купим. А насчет того света, ты зря не болтай. В турье твоя голова. Карты деньги стоят. А, ты еще рассчитываешь на берег попасть. Рассчитываю, рассчитываю. А ну, ходи ты, медведь. Так, ну да, тебе пора про Бога подавать. Там тебя заждались. Хотя бы кто-нибудь проучил эту медузу, морда. Ну ладно, батя, кончай. Куда ты ходишь? Да я к тебе хожу, он отбился. Он отбился, я к тебе ходит, да. Я хожу. Думать надо, да, держи. Thank you.
Раз! Не в правах ты, угрюмушка, не в правах. Два! Чумазый, Самохин, то горб, ну, дай бог. Три! Дурной был, не умный. Для себя старался. Четыре! А мне плевать, для себя или нет. Да потащи ты! К тому же он брехать гораздо. Да. А что он там про тебя выдумал? Слушай, мне плевать, выдумал он или не выдумал. Да он же тебе облому такому объяснить старался, кто ты таком на самом деле есть. И точно в рыло твое попал. Это же облом. Эш ты, себя не узнаешь, облом есть. Белобрысый, я тебе мордой свечу, я твою башку рассеку в древеске, понял? Отпустите вы меня! Отпустите вы меня! Обхват! Я его обхват! Не держи меня! Не держи! Прекратите! Если еще раз затеете, сокрушу. Вот и разбери, до чего несознательность доводит. Вам неудобно в такой обстановке? Если желаете, пройдемте в мою каюту. Спасибо, с удовольствием. У вас здесь хорошо. Садитесь.
Какой там ужас. Зачем они устроили эту драку? Я так близко. Я никогда не видела так близко драки. Приспособнейшие стервицы. Что? Стервицы, говорю. Они могли бы изувечить друг друга. Другие бы матрос не допустил. Это вашему супругу такое счастье. Прошу вас, ни слова о муже. Что вы от меня хотите? Что вы от меня хотите? Говорите же что-нибудь. Говорите. Говорите. Отдыхайте. Здесь вас никто не тронет. Не захотел, понимаешь? Команды, понимаешь, говорит, не было, чтоб с вахты. А? Да не бреши ты.
предок. Все будет хорошо. Ветер стихает. Что это? Выбраться, что это? Вы что это, братцы? Что это? Скорее наверх! Братцы, что это было? Все наверх. Быстро. Берег. Где капитан? Не знаю. Где остальная команда? Где баржа? Не знаю. Кто же тогда, по-вашему, знает? Вот это номер. Я думаю, тут не один, а несколько номеров. Да вы встаньте на мое место. Ну нельзя же допустить, дружище, что вы ничего не знаете, куда девались с парохода люди. На вахте я был. В машине. Как я мог видеть, что делается на палубе? Ну, допустим. Допустим, допустим. А крики вы, конечно, слышали? Да, слышал. Ну, вот, видите. Но ничего не мог разобрать. Угу. Погода была плохая, да и люки были закрыты. Простите, товарищ Самохин, а какое-то недоразумение у вас произошло с четырьмя матросами из «Дельфина»? Никакого. Просто я им побил морды. Превосходно. За что? А за что учат шпану? Вы сильный. И вы один могли сладить с четырьмя матросами. Зачем вам это знать? Что, борьбу хотите со мной устроить? Я бы вам посоветовал отвечать-то повежливей, повежливей, а не строить из себя дурачка. И еще я вам посоветую. Суд всегда милостив к тем, кто чистосердечно раскаивается в своих преступлениях. На вашем месте я давно бросил эту канитель. Какой толк? Нюхайте хоть в четыре ноздри, все равно с моей стороны никакого преступления не найдете. Хорошо. Хорошо. Допустим, что судно разбивалось о камни, но, как явствует из ваших показаний, я бы на вашем месте, товарищ Самохин... Что? Что на моем месте? Да вам после этого 3 дня надо было бы свои галифе полоскать. Вот такой, такой на все способен. Значит, по-вашему, Самохин виновник этого загадочного дела? Да ничего, ничего это не значит. Не повыбрасывал же он всех их за борт. Не лишено смысла, не лишено. Хотя, однако, такой, если упрется...
Ведь он ничего и не скажет. Благодарю. А если представить, что Самохин рассказал правду? Прекрасный машинист. Вы посмотрите на него. Вы кого в героя выдвигаете? Я когда его увидел, так ведь и людей-то ведь нет. Здравствуйте. Как, капитан? Откуда взялись? С того света, что ли? Почти с того света. Здравствуйте. Сам вот я явился, но должен вас огорчить. Дельфин погиб. Когда мы сели на камни, днище сразу проломилось. Ну и вода хлынула в машину. Это засвидетельствовал кочегар Втулкин. Вот. Он это засвидетельствовал. Ну, моей первой задачей было спасать людей. И я... На судне остался один Самохин, машинист. Он, вероятно, не смог выскочить и погиб вместе с дельфином. Что стало с баржой? Она затонула. Жертвы? Несчастный случай нас постигли, когда мы оставили баржу и стали вплавь добираться до берега. Ну, то расшибся о камни, то сломал руку, ну, а кто... Вот, отделался испугом легким. Двое погибли. Один из них, вот, как раз кочегар Втулкин. Вы хорошо сделали, капитан, что все так откровенно рассказали нам. Ну что ж, могу вас обрадовать. Мы приобрели новое судно, которое ни в чем не уступит дельфину. Я полагаю, вы не откажетесь поплавать на нем. Ну, вы, конечно, понимаете мое состояние. Но если вам угодно, я могу еще послужить. Вот и отлично. А теперь я вас попрошу взглянуть. Вот оно. Вот, совсем рядом. Хотя это надо заслужить, быть капитаном.